Ульяновский областной суд продолжает рассматривать апелляционное представление по фармделу. Вчера, 7 июня, Ульяновский областной суд вынес свое решение, в соответствии с которым он внес изменения в резолютивную часть приговора в отношении Тихонова, Кобана и Кузнецова. В остальной части, значит, приговор Ленинского районного суда был оставлен без изменения и вступил в законную силу. Значит, что касается отношения к решению Ленинского областного суда, то оно, так скажем, вызывает достаточно двоякие чувства, поскольку, с одной стороны, Ульяновский областной суд, он, в общем-то, признал законным и обоснованным приговор, в той части, что суд именно признал первой инстанции осужденных виновными в совершении указанных преступлений, указав о том, что в их действиях имеется состав инкриминированных преступлений. Да, то есть фактически это позиция обвинения, наша позиция. Мы также, в общем-то, доказывали в суде первой инстанции о том, что подсудимые действительно виновны в совершении указанных преступлений, действительно их совершили. Но, с другой стороны, наказание, вынесенное в отношении осужденных Кузнецовой, Когану и Дегтярю, условное, именно условное лишение свободы, применение статьи 73, в этой части приговор остался без изменений.